Есть ли числа военнослужащих лица, которые не хотят уже служить так называемой Луганской Народной Республике, и причины? Есть, конечно. Много таких, я знаю. Потому что они как бы не платят ни зарплату, ничего, ну там за какие-то бока избивают, унижают. Ну и как бы не, люди боятся, то, что некоторые семьи там пооставались, они не знают, как перейти в украинскую армию.